Попробуйте вот этот. Нет. Этот? А, вот. Да, это хороший. Да? Да. Идеально. Видал, что по аквапарку устроили? Готовь бумаги, будем замораживать. Владислав Сергеевич, да вы что, это же такие убытки. Чему тебя в твоих Америках учили? Забудь ты эти теории, Эдик. У нас шампанское пьет тот, у кого нюх лучше. Нюх! Любишь шампанское? Ты знаешь, сколько у нас сейчас на кону? Так что убытки значения не имеют. Сейчас надо затаиться, замереть. Я чувствую это. И не ошибаюсь. Ту-ту-ту. «12:30. Встреча с президентом Уникс-банка. По пути на встречу интервью молодежному каналу». Давай. А вот здесь у нас вопросы. Ну хорошо, а где ответы? Здесь же ответы. Да. Владислав Сергеевич, ваша жена на линии. Соединяйте. Привет, любимый. Да, дорогая жена, привет. Владик, ты помнишь, какой сегодня день? Нет, я не забыл, какой сегодня день. У меня отличный помощник. А он напомнил тебе, что в четверг нам вручают премию «Олимп». А, да, конечно, он все держит под контролем. У нас есть одна проблема ему неизвестная. Мне одеть нечего совсем. Ты мой комбинезон запорол, ну, который животом голым. Слушай, иди без всего. С твоей-то фигурой. Очень смешно. А главное, чтобы все слышали. Кто с тобой в кабинете? Только Эдик. И он со мной полностью солидарен. Да, Эдик? Ладно, Владик, чего мне надеть-то? Слушай, нельзя твой живот, этот комбинезон, как-нибудь прикрыть? Ну что, ты издеваешься, что ли? Чтобы надо мной ржали просто. Это ж последняя коллекция. Ладно, поезжай, купи себе еще что-нибудь из последней коллекции. Ну, придется. Ладно, все, пока. Ты говоришь убытки. Вот где убытки. Все, мамочка пошла танцевать. Виктория Анатольевна. Женщина-приз. Вы представляете, сколько мужчин мечтали бы нести такие убытки? Хочешь сказать, за все нужно платить? Ну... Давай быстрее. Владислав Сергеевич, здравствуйте. Три вопроса для молодежной аудитории вы обещали. Расскажите о вашем новом проекте «Акваленде». «Акваленд», который мы строим, это прорыв к новому образу жизни. Жизни для себя, для простого человеческого стремления к удовольствию. Вы смотрите, меня здесь застрелят, чертовы матери! В машину! Да не поеду я в вашей машине! Вдруг там подарок, скорую давай! Алло, почему связи нет? Так, уйди отсюда! Все, уйди! Слушай, группа, да вы не имеете права! Что? Малыш, за мной! Стой! Стой, стой! Стой! А ну дай проехать! А у нас раненый! Да вы что, обалдели, что ли? Мы на вызов едем, вы понимаете? Да, Коля, поговори с ними. Так, ты что, не понял, что ли? Раненые, говорят, у нас. Давай поворачивай. Да держи ты нормально, блин. Я уже в синяках вся.
Так, аккуратней везем, аккуратней! Тихо! Так, убери эту штуку! Игорь! А куда вы его везете? Ребята, она ближе, потом сами переведете. А, понял. Ребята, вы за нами, я с ним. Так, малыш, проверь, вон те крыши стреляли оттуда. И позвони в ментовку. Есть! На Владислава Сергеевича. Что с ним? Убили? Сказали, ранен, но жизни ничего не угрожает. Козел. Клумба тебе, что ли? Потекла? Нет. Сейчас, погоди. Да не знаю я. С крыши, дома напротив. Да какая к черту служба охраны? Служба безопасности. Дармоеды. Загривки нажрали? Да, ай. Голову повернуть лень. Ай. Сейчас. Эдик, Эдик, помоги. Да, бегу. Что? Да на кой черт сдалась мне эта больница? Решеток на окнах нет. Кто хочет, подает гранату, форточку бросит и тю-тю. Нет, мне дома спокойнее. Да, отсижусь пару дней, потом видно будет, что делать. Да, Новиков. Не знаю. Очень приятно. Следователь хочет приехать и встретиться. Пошли они. Все равно никого не найдут. Да, нет, рана пустяковая. Да. Нога только в гипсе. В сортир ходить неудобно. Сломал, когда падал. А вы знаете, он очень плохо себя чувствует, а... Да нет, врачи говорят, ничего особо важного не задето, нет. Его-то какое собачье дело, а? Почему так всех интересует мой детородный орган? Ладно, все, пока. Я позвоню. Вы знаете, он, к сожалению, не может сегодня приехать. Он же в гипсе. Угу. Я... 5 секунд. Он хочет сам сюда приехать. Нет, я сказал. Только время на них терять. Так, хорошо, да. А, только ненадолго, договорились? Все, я высылаю машину. С этими ребятами лучше не ссориться. Сегодня совершено покушение на Владислава Лаврова, главу строительной империи Lavr Building Company. Лавров получил огнестрельное ранение прямо на крыльце у своего офиса. Ты сам что про все это думаешь? Я, Владислав Сергеевич, думаю, что вам было бы неплохо на пару неделек съездить отдохнуть в ваш маленький домик во Флориде. Приятно. А, да. Дом красивый у вас.
Только добираться далековато. Тяжело убираться, наверное, да, в таком доме большом? Турков Михаил Михайлович. Здрасте. Здрасте. Новиков Эдуард. Очень приятно. Нюра, принеси Владиславу Сергеевичу морс. Пройдемте. Не моя? Да, с детства. Здрасте. Бурков Михаил Михайлович. Очень приятно. Мне поручено вести ваше дело. Дельца сложные. Хотите сказать, безнадежные. Но я бы так не сказал. Все тайное всегда становится явным. Не, можно взглянуть на ваше удостоверение? Конечно, да, конечно, конечно. Да. Вы меня извините, я бы хотел наедине побеседовать, если вы позволите, конечно. Если вы собираетесь допрашивать господина Лаврова, то только в присутствии адвоката. Ну что, какой допрос? Владислав Сергеевич, у нас потерпевшая сторона. Вы на наедине обиделись? Это ненадолго, я уверяю вас. Обиделся. Ну, что делать? Любезный Владислав Сергеевич, какие у вас версии покушения? Конкуренты? Недоброжелатели? Враги? У меня враги? Ну вот я узнал, что компания «Дом Новь» собиралась строить видовый отель, а вы забрали у них землю. Что значит забрали? Был тендер. Много участников, мы выиграли. Нет, здесь никаких проблем нет. Так. Но они на вас в суд подавали. Ну и что? Мы и суд выиграли. Всем, знаете ли, нужно своих адвокатов разминать. Зря мы им, что ли, деньги платим. Но за две недели, как выиграть суд, вы встречались с представителями этой компании? Господи, да мы все время встречаемся. Обмениваемся новостями, выпиваем. Ага. Ну вот как раз после встречи с представителями «Дом Новь» вы обратились в охранное агентство «Феликс». С просьбой установить у вас тут новую сигнализацию. Вы даже по всему забору установили новые камеры. Я сделал это не после встречи, а накануне праздников. В прошлый Новый год моя прежняя охрана напилась, а я этого не терплю. Камеры я давно собирался поставить, а тут уж заодно. Ну да, ну да. Нет у меня проблем в бизнесе. Драгоценный вы мой... Михаил Михайлович. Михаил Михайлович. Нет, и все тут. Ну, если вы так уверены, то я бы хотел побеседовать тогда о вашей семье. Боюсь, и тут с версиями вам не разгуляться. Морс хотите? Очень. Очень спасибо. Спасибо. У вас две прямых наследницы имеется. Дочка ваша Екатерина Владиславовна, 86-го года рождения. И супруга Виктория Анатольевна, 82-го года рождения. Абсолютно верно. Несмотря на столь незначительную разницу в возрасте моих наследниц, живем мы в абсолютной любви и в полном согласии. Проверять будете? Конечно. Обязательно буду. Обязательно, а как же? А вот молодой человек, ваш помощник, Новиков Эдуард. Своему помощнику я доверяю безоговорочно. А он, извините, ни в каких отношениях с вашими родственницами не состоит? То есть вы хотите сказать, нет ли у него романа с моей дочерью? Нет. Он ничего не делает без моего указания, а такого указания ему не было и не будет. Так. А вот неделю назад он вам нотариуса привозил. Это нотариус его или ваш? Слушайте, я оцениваю ваши усилия, но мой это нотариус. Мой! Эдик вообще не в курсе. Это семейные дела. Обычные пустяки. За это не убивают. Ну, никто вас убивать и не собирался. А, они, по-вашему, что, из рогатки в меня стреляли? Не, ну, рогаткой это, конечно, не назовешь, но стреляли вас из такой вот снайперской винтовки. Вы там стояли под камерами, как мишени. Если бы вас хотели убить, обязательно бы убили. Да и характер вашего ранения говорит о другом. Так что вы подумайте на досуге, что бы это могло быть. Подслушивал?
Карик прав, похоже на подставу. Откуда взялись эти телевизионщики? Ты выяснял? Найди их, отбери у них пленку. Да, Владислав Сергеевич. Да, любимая. Да живой, живой. Вика, да не кричи ты так. Ну не мог я тебе позвонить. Нет, не болит. Дома уже Эдик меня в коляску катает. Хорошо, давай. Вика мчится с репетиции. А где Катерина? Отца чуть не убили, а ей наплевать. У нее сегодня эфир. Она едет уже, будет с минуты на минуту. Эдик, ты в Бога веришь? Я, Владислав Сергеевич, агностик. Это как понимать? Я не отрицаю, что он есть, но утверждать этого я тоже не могу. Классная жизненная установка на все случаи жизни. Это вы о чем? А ты не догадываешься? Я неделю назад завещание составил. Вы завещание? А то ты не знаешь. А откуда вы? Со мной не советуетесь. Ты же сам ко мне нотариуса привозил. Ну, мало ли, для чего человеку нотариус нужен. Ой, врешь, Эдик. Ой, врешь. Ну-ка, помоги. Все, спасибо, дальше я сам. Впрочем, далеко не уходи. Вдруг помочь придется. Ведь поможешь, в беде не оставишь. И похороны устроишь, если надо будет. Ты же у нас отличный организатор, да, Эдик? Хочешь, завещание покажу? Да нет, зачем мне? И не любопытно? Нет. Виктория Анатольевна? Как он? Все нормально, шумит, ругается. Порядок, значит, поехали. Да, здравствуйте, это помощник Лаврова, Новиков. Мне нужна вся информация про утреннее интервью. Кто его брал, кто автор, кто с камеры выезжал. Да, все. Где он? В сортире. А, сиди здесь. Как думаешь, кто его мог? Пока не знаю, но есть одна очень-очень интересная деталь. Да? Да. Ну, поищите его! Жду! Ты про завещание знаешь? Он оформил завещание. Где-то неделю тому назад. Все законно, нотариально. Завещание? Ага. Зачем? Да кто же его знает? Ну, ты... Посмотри, как своевременно, а? Могли ведь и не промахнуться. Что в завещании? Не знаю. Эдик, ты все знаешь, что в завещании? Да не знаю я. Но я знаю, что знаешь, Эдик. Ничего я не знаю. Эдик. Я понятия не имею, что в завещании. Я не знаю. Давай говори. Я не знаю. Давай говори. Давай, я давай, не давай. Знаю. Это уже не интеллигентно, Виктория Анатольевна. Да. Спасибо, я все понял. До свидания. Понятно, все любимой дочке своей отписал. Я как была с голой, так и останусь. Только. Имей в виду, я тебе этого не говорил. Какие же вы все. Нарочно тебя заложу. А вот это ты не сделаешь. Потому что я очень хорошо помню, какой ты сюда приехала. Молодой, провинциальной девочкой. Не пугай. Пуганая. Здравствуй, моя красавица! Любимый,
Какое счастье, что ты жив, я чуть с ума не сошла. Ну, что ты говоришь? Что ты говоришь? Представляешь, репетирую танец, сбегает эта Дашка-идиотка, орет на Лаврова покушение. Я в обморок упала, потом в себя прихожу, ничего не понимаю, люди вокруг. Ну, мне сказали, что ты жив. Ничего такого не задето? Как же не задето? Еще как задето. Отстрелили напрочь, представляешь? Гриош, шутишь. Прости, дорогая, прости. Но нога, говорят, сломана, поэтому о Камасутре пока придется забыть. Ой, ладно, не твоя забота. Что-нибудь принимаю, да? Виктория Анатольевна, а как у вас платье на церемонию? На Олимп вы в чем пойдете? Ты с ума сошел? У меня мужа чуть сегодня не убили. Ну так не убили же. Ну да, в общем, ваше дело. Любое мое высказывание на этот счет сегодня окажется неуместным. Как говорят шахматисты, цук-цванг. Он у нас агностик, Викуш. Он не утверждает, что нужно ехать, но и не отрицает. Правильно, Эдик? Езжай, дорогая, обязательно езжай. И смотри, когда выдадут приз, скажешь пару слов обо мне. Эдик напишет, в конце скупая слеза, и когда зал от восторга поднимется в едином порыве, в новостях вечером из всей церемонии покажут только тебя. Да, Эдик? Правильно, Владислав Сергеевич. Может быть, вы тоже поедете? Вы пиарите аквапарк? Нет, ну куда я в таком виде? Ну а почему? По-моему, это очень красиво. Раненый муж поддерживает жену. Давайте выпьем за ваш новый день рождения. Ура, ура, ура. С днем рождения меня. С днем рождения меня. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Тебя! Здравствуйте, Екатерина Владиславовна. Привет. Там у нас в будке какой-то хмырь с дудкой сидит. Говорит, лучший друг Владислава Сергеевича, хочет его видеть. Бомж натуральный. Но приехал на Мерседесе с водителем. Звони Эдику. Так неудобно. Я говорю, звони Эдику. Я его подброшу, если что. Алло. Да. Какой бомж? Догоните вы его в шею. 5 секунд. А там на охране какой-то бомж приехал на белом лимузине и говорит, что хочет вас видеть, с вами знаком. Саша Саксофон. Что? Саша Саксофон. Ну, погонял такой, наверное. Может быть, где он? У ворот. Пустите его. Да вы что, сюда? Владик, ты что, бомжи так воняют? Ты же знаешь, у меня аллергия. Заткнись. Ты оглох? Сюда его немедленно! А шеф велел пустить. Скажи, чтобы в дом проводили. Да, вы не волнуйтесь. Он сюда подъедет с Екатериной Владиславовной. Да не надо с Катей. Останови их. Скажи, чтобы охранник привел его в дом. Так, там занято. А мне встретить их? Нет, стой. Ладно, иди. Нет, подожди, останься здесь. Здравствуйте, Катерина. Мы вроде не знакомы.
Что там у вас такое? Шмонать будешь? Пока не откроете, мы никуда не поедем. Ну, садитесь. Привет, пап. Там к папе гость. Ну ты как? Да нормально, все, не волнуйся. Болит? Нет. А врачи что говорят? Врачи говорят, надо выпить и забыть. Здравствуй, Петя. Доброго здоровья всем. Привет, кореш. Сашка. Узнал? Сашка! Сашка! Саня! Неужели ты, а? Ну, паспорт показать не могу, только справку об освобождении. А вы к нам прямо из тюрьмы? Нет, из колонии. Строгого режима. Как зовут собачку? Кобель, сука. Гарик. Сколько же, сколько же лет не виделись? 21 год. И 3 месяца. Подожди, тебе же 11 лет дали. Ну, я потом пару добавочек получил. А вы, барышни, меня не бойтесь. Я смертный. Ты своим-то расскажи про меня, а то он дергается. Да, 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 конечно. Знакомьтесь. Знакомьтесь, это мой старинный приятель, Сашка Фролов. В прошлом лучший саксофонист города Москвы. Неужели тот самый? А, Сакс-то? Да тот самый, конечно. А это тоже дочка твоя? Нет, это моя супруга Виктория, певица эстрадная. А, точно, точно. В ящике я вас видел, да? На зоне большую славу имеете, да. С Катериной тоже вон мои знакомы. Красивая, на мать похожа. Ты, Владик, молодца. Окружил себя такими красивыми женщинами. А вы кто, молодой человек? Муж Катин? Это мой помощник, Эдуард Новиков. Знакомьтесь. Можно просто Эдик. Эдик? Эдик, 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 Эдик. Кто же вас так нарек? Не нравится? Ну, как-то хиловато для такого красавца. Что с ногой рассказывай? Так подстрелили меня сегодня. Прямо у входа в офис. А? Может, не поделил что-то с кем-то? А откуда стреляли? Да, с крыши дома напротив. Охрана где же? Чужие? Да какая охрана? Ну что ты, господи. Следователь сегодня приходил, тоже все выспрашивал. Ну, ты же знаешь, Сашка, у меня врагов не бывает. Ну что, Нюра, Нюр, давай на стол, накрывайте, накрывайте. Тебе что, вино, водку выбирать? А, я теперь только водичкой чокаюсь, минеральной. Ну как, за встречу надо выпить, а? Организм не принимает, почки отбиты, легкие вообще дышать не могу. А, спасибо. Ну, коль так, за встречу, Сашка. За твое здоровье. Ну и твое тоже. Переодеться, приложу гость. Ну да. Нюра, так, вы готовьтесь, мы сейчас вернемся. Нам нужно посплетничать. Пойдем, Сашка.
переоденем тебя. Тюрьмой воняет. Ну, извиняйте, не отмылся еще. Ну, надеюсь, он без ночевки. Да, принесло его. А вам не показалось, что он не удивился, услышав про покушение на шефа? Да это уже сегодня во всех новостях показали. Да, наверное, я зря дергаюсь. Да, Эдик, за вами есть этот грешок. Так, малыш, начинаем работать. Все проснулись. Приеду к ужину, проверю. Шефу на глаза не попадаться. Понял? Надо вам научиться шевелиться как-то потише. Все, пошел работать. Ужинать остаешься, Катюш? Да, пожалуй. Ладно, я побежала. Мне еще за платьем. Виктории Анатольевне вручают Алим. Заслужила. Заслужила. Зачем он-то дудку-то притащил? Надо попросить, чтобы сыграл вечером. Ну, пока. Мне ночную передачу надо писать, у меня ничего не получается. Надо что-то совсем уже непотребное. Ну, купить лицензию. У иностранцев непотребство гораздо веселей. Да выгребли у них уже все. Как выясняется, у мерзости есть свои пределы. Ну, не скажи. Есть такой анекдот. Дошел я до самого дна, а снизу стучат. Я не могу, как об этом подумаю. Мне выть хочется. Вот. Вот, вот. Выбирай. Выбирай, что хочешь. Ты его хоть раз-то одевал? Спроси что-нибудь полегче. Нравится? С твоего плеча? Не, Владик, мне твое не по фасону будет. Не наденешь. Ну, а сам-то как думаешь? Вот помыться было бы неплохо. Здесь ванна. Угу. За что добавили-то? Первый раз. За побег. Второй раз за превышение самообороны. Ну, ты мой характер знаешь. Каждой бочке затычка. Но это ведь только по суду могут. Так по суду и получал. А как же? Тебе ли не знать? А ты знаешь, что папа составил завещание? Завещание? Когда это? Неделю тому назад. Угу. И тебе не интересно, что там? Это дело отца. Хочется, все оставит этой кукле. Мне все равно. Мне только дом жалко, он мамин. Кать, а тебе не кажется, что это несправедливо? Да ладно. Ну что, Вика зря, что ли, спит с моим отцом? Она же его не любит. Ну, любит, не любит. А с вами она тоже по любви спит? Ну, Екатерина Владиславовна, это чистая физиология. А-а-а. Мне нужны только вы. Даже если я не указана в завещании? Ну, подожди. Пожалуйста, не обижайся, я пошутила. На самом деле, мне очень нравится слушать твое признание. Екатерина, вот если бы вы согласились стать... А как же Вика? Это же такая совершенная особь с большим опытом, да? Угу. У меня тут много очень работы, я побежал. Подожди, пожалуйста. Пожалуйста, возвращайся к ужину. Мне как-то спокойней, когда ты рядом. С отцом.
однако. Обсохнешь. Потом переоденешься. Ведь я ждал тебя. Знал, что придешь. А эти рисунки, они что-то обозначают? Обозначают. Но тебе примерять не советую. Слушай, давай-ка, сожжем все это. И забудешь тюрьму, как страшный сон. Не выйдет, Владик. Да ладно тебе. Я тебя к себе возьму. Снова будем вместе. Все забывается. Да я рад бы. И тюрьма такое место, плохо забывается. Пострашнее смерти будет. Страшнее смерти только смерть близкого человека. Выходит, не простил ты меня. Бог простит. Значит так, Сашка, я для тебя все сделаю. Только ты молчи и не лезь в мою жизнь. Если хотя бы заикнешься, раздавлю, как клопа. Из дома не выходи пока. Можешь не вернуться. Здравствуйте, господин Кауров. Я звонил сегодня с утра по поводу интервью Лаврова. Да, мне сказали. Только, честно говоря, я не совсем понял суть вашей этой просьбы. Значит, вы хотите заказать нам интервью с господином Лавровым? Заказать? Но, к сожалению, все эфиры заняты. Вы что, с ума сошли? Ну ладно, только в виде исключения. А вот этот факс вам не знаком? А? Секундочку. Подпись там не ваша? Читайте вслух. Программа «Лицо с обложки». Интервью с господином Лавровым. Вот только не нервничайте. Объясняйте, идиот. Но это, смотрите, это... Стоп. Объясняю еще раз для идиотов. Мне сейчас нужна вся информация о членах съемочной группы, которые снимали это интервью. Мне нужен автор идеи. Мне нужны все телефоны и факсы, с которых вы нам присылали вопросы. И мне нужны исходники. Все это мне нужно в течение часа. Простите, а где я вам возьму все эти исходники? Ты меня не понял? Ты знаешь, кто такой Лавров? Я очень уважаю господина Лаврова, но не выезжала от нас к вам съемочная группа. Секундочку, сейчас. Вот у нас здесь... Пардон. Вот, планы программ на неделю. Вот, смотрите, нигде нет господина Лаврова. Thank you.
Спасибо, Нюра. Я смотрю, у вас тут уже персональное меню в нашем доме. Так я попросил Анну Лаврентьевну мне болтанку, как на зоне. Нюр, дай, пожалуйста, стакан. Как говорила наша лагерная хлеборезка Люська, я без первого голодная. Вот такой я человек. Без первого я голодная? Так говорила моя няня, баба Клава. Она уже 15 лет назад как умерла. Царство небесное. Да, с вашей хлеборезкой Люськой она вряд ли была знакома. Откуда вы знаете дом? Что вы здесь делаете? Хаваю. Ксюша, я все оставил, как было. Картины. Одну только недавно отдал. В банкетный зал ресторана. У меня теперь ресторан есть на Арбате. Шеф-повар итальянец. Диких денег стоит, но готовит, зараза. Сходим как-нибудь, Сашка. Он нам такое каре ягненка приготовит. Выпьем. Да мне, Владик, правда нельзя, ни капли. Я и так еле живой остался. На строгаче десятку не все выдерживают. Ну, если, конечно, нет поддержки с воли. Значит, у вас была поддержка с воли? Нет. Первые годы никакой. И как же вы? Очень хотелось выжить. Было для чего. Ну, дочь, расскажи-ка нам какую-нибудь телевизионную историю. Кто, с кем, против кого. Ты чего сегодня такая грустная? Я не грустная, задумчивая. Муки творчества. Какое там творчество нафиг, скажешь тоже. Ну, правда, расскажи, что там у тебя? Новое реалити-шоу. У передачи Екатерины Владиславны всегда очень высокий рейтинг. Ну, понятно. Моя передача про основной инстинкт. Вы знаете, что такое основной инстинкт? Основной инстинкт я очень хорошо знаю. Ну, хотя бы что-то. Все должно быть ниже плинтуса. Секс, глупость, сквернословие. Не слушайте ее. Екатерина Владиславна – будущий лауреат ТЭФИ. Ладно, Эдик, перестань. Работа мне позволяет быть финансово независимой. Значит, свободной. Этого достаточно. Просто сегодня в голову ничего не лезет. Может, помогу чем? Вы? Вряд ли. А вдруг? У человека такой жизненный опыт. По статистике, у нас в стране каждый четвертый сидел. А уж сколько их охраняло, ну, это почти полстраны. Ну и что? Ну, полстраны – это потенциальные зрители. И что им должно рассказать? Хотя бы… О том, что… Закона, морали, нравственности нет ни по ту, ни по эту сторону колючей проволоки. Есть закон силы. И полное бесправие. Могут убить те, кто на вышке, могут убить в зоне. Тебя могут убить за то, что ты умный, могут убить за то, что ты глупый. Тебя могут унизить, оскорбить, растлить. Надеяться остается только на себя самого. Ну, и для кого-то на Бога. Ну, допустим. Ну, я, например, видел много тюремных любовных историй. Ну, там, по переписке, на зоне, даже в тюрьме. Ну, так называемый основной инстинкт. Они очень грустно кончаются. Что-то в этой идее есть. Но это нереально. Где ты таких людей найдешь? Уголовники — народ артистичный.
Хлебом не корми, дай покрасоваться. Надо взять хотя бы нашего гостя. Дорогая, ну, наконец-то. Ну, ну чего так долго? Это что, это и есть твой новый наряд? Новый, но не тот. Как не тот? А где тот? Давай неси, переодевайся, иди, иди. Лавров. Ну что, ну что? Да почему Семену не заплатил за песню? Будет скандал. Сколько он просит? Ну, за ту две не додали, и за эту 12. Сколько? Ничего себе, лабухи пошли. Нога ноет. Кошелек у тебя нужен. Саша, вот скажи, за песню 12 тысяч долларов, это нормально? Плати, не торгуйся. Ха. Легко вам чужими деньгами распоряжаться. Ты меня спросил, я тебе ответил. Скажите, а зачем все время эту дудку с собой носите? Ты разговор не переводи, иди переодевайся. Эта дудка меня спасает. Я поиграю, мне жить хочется. Да столько лет не разучились. Хлеб мой на зоне. Сыграть интересно. Саш, да она просто время оттягивает, чтобы не переодеваться. А что? С удовольствием. А мне не западло. Че ты пристал ко мне? Надену я это платье. Ну тогда концерт. У меня есть для музыканта костюм, вам подойдет. Музыканта? Пожалуй. Ну, пойдемте. Примерим. Ваня, принеси, пожалуйста, из машинки там платье мое и для музыканта что-нибудь. Костюм. Ну да, сейчас. Удивительно, пап, как этот твой друг-то заговорил. Наш главный редактор отдыхает. Ваш главный редактор – недоучившаяся выскочка. А мы с Сашкой в университете учились. В университете? А что тогда было утром? Да он просто ерничал. Рецидивист из себя изображал. Он же у нас артист. Справитесь сами. Он мог такой срок получить? За что? Дочка, тюрьмы от сумы не зарекайся. Папа. Зачем он к нам приехал? Почему он здесь как дома? Нюра откуда его знает? Он ее родственник? Нюра! Я не могу сама надеть, там шнуровка. Родственник, ну ты скажешь тоже, тебе бы мексиканские сериалы писать. Вот, Катя тебе поможет. Если, конечно, Виктория не возражает. Такая честь для меня. Пойдем, мачеха. Эдик сказал, папа завещание написал? Да, я знаю. Он мне тоже сказал. Ну, Эдик, и вашим, и нашим. Да не переживай так, Викуш. Ну, ты же знаешь, мне папины деньги не нужны. Возможно, только он вряд ли так считает. Да и Эдик твой. Вряд ли допустит, чтобы мне что-нибудь досталось. А он такой же мой, как и твой. Это тебе Эдик сказал? Нет, ты знаешь, ваши отношения видны невооруженным глазом. Знаешь, какие у нас отношения? Он со мной, когда в койке оказывается, чувствует себя монашкой после грехопадения. Меня презирает. Себя ненавидит. Как же ты после этого можешь с ним спать? Не самый плохой вариант. Фух.
Оглянись, ты узнаешь меня. А Эдик не говорил, что в завещании? Ты пойди у папы спроси. Оглянись, ты узнаешь меня. Вернись, посмотри на меня. Пойдем, дочурка. Смертельный номер! Всех слабонервных прошу удалить. Вау! Ну и во сколько это удовольствие мне обошлось? Коммерческая тайна. Ну ладно, тебе скажу на ушко. Ну, давай. Да, это что? Нет, нет, любимый, нет, мы теряем его, ребята. Нет, только не сейчас, пожалуйста. Что это? Да так, вещичка. Сами сочинили? Может, подслушал где. Класс, дуете. Ну и у вас получается. Да ладно, я нот даже не знаю. Это не важно. Вспомнила. Двадцать лет в тюрьме. Это страшно представить себе, за что. Ну, наверное, какие-то очень серьезные статьи. Надо проверить. А приехал на белом 600-м. Вообще непонятно. Папа-то как перед ним присмыкается. Боже мой, я просто вообще такого никогда не видела. Во всем ему пытается угодить. Послушай, ты сказала, ты что-то вспомнила. Мелодию вспомнила. Какую мелодию? Мне часто снится один и тот же сон. Мамина комната. В проеме окна стоит мужчина и на чем-то играет. Я никак не могла во сне понять, на чем. А мама лежит в постели и слушает. Совсем уже худая, как в самом конце. Я же маленькая была, когда она умерла. Теперь я поняла, на чем он играл. Это был саксофон. И та же самая мелодия, что во сне, ты представляешь? Я узнала ее. Это вообще невероятно. Какой-то очень странный папин друг. Не нравится мне этот тип, вот не нравится. А ты поэтому со мной поехал? Волнуешься за меня очень? Да нет. Почему? Просто... просто обстоятельства так хорошо складываются. Ну не высадишь же ты меня вот сейчас посреди города. Ты хорошо на ночь напрашиваешься, я смотрю. Только я собираюсь ночью синопсис писать. А я буду вести себя очень корректно. Mm.
Что? Что с вами? Мне скорую вызвать, да? Не надо скорую. Оклемаюсь. Рубашку вот вам испортил. Тоже мне сокровище, рубашка. Что с вами? Плохи мои дела. Оклеманец пришел. Так, ерунды не говорите. Давайте, за меня цепляйтесь. Я помогу, давайте. Не брезгуйте. Дамочки крови не выносят. Да какая я вам чертов дамочка. Давайте. А ты выпить не хочешь? Вино в холодильнике. Ты завтра на работу? На съемку? У меня монтаж. Но я, наверное, не пойду. Отправлю синопсис, пойду к папе. Ты со мной? Ну, если ты не против. Не против. Для меня сейчас самое главное – это выяснить, кто стрелял в твоего отца. Ты так печешься о моем отце. В чем же твой интерес? Он мне очень много платит. А если найдется кто-то, кто больше заплатит? Ну, вы знаете, если это будете вы, Екатерина Владиславовна. А если не я? Исключено. А у вас что, есть принципы? Я за это выпью. Тюремная любовь. Да боже упаси, какие принципы? Я работаю на человека, дочь которого я люблю. Я далеко не бедный парень. Я много что могу себе позволить. Вот единственное, что я не могу купить, это вас. А жить без вас тоже. Это что, ты предлагаешь мне руку и сердце? Да. Мой папа скажет нет, ты знаешь об этом? Да. Ну, знаете, вообще-то, Эдуард Валентинович, я бы, конечно, могла выйти за вас замуж. Ага. О, ну вот как Вику вспомню. Это ж просто какой-то инцест получается. Папа спит с Викой, вы спите с Викой. Теперь еще хотите со мной переспать, да? Кровосмешение просто какое-то. Екатерина Владиславовна, а вот цинизма вам не занимать. Да, на том стоим. Ладно, я подумаю. Но ты мне пообещай, что больше никогда не ляжешь в постель с Викой. Никогда. Обещаю. Никогда не буду спать с Викой. Но мы посмотрим, как вы выполните свое обещание. Очень удобный диван на первом этаже. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Рубашку я постирал. Ну вот, значит, уже не околеванец. Рядом с вами, Вика, даже жмурик почувствует себя мужчиной. Может, доктора? Не, не надо. Где на САКСе вы учились? Самоучка. Закончил музыкальное училище по классу фортепиано. Ну, а дальше сам. Классно дуете.
А то. Я прилягу, то ноги не держат. Конечно. Бывало, выйду я в вельветовом пиджаке. Отдыхайте. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Хоть бы под душем постояла, прежде чем из одной койки в другую прыгать. Ну и как он? Чего смеешься? Анекдот вспомнила. Муж домой возвращается, а там жена с любовником. Он говорит: дорогая, что у нас чужой человек в постели делает? Чудеса, дорогой. Смешно. Что-то такая смелая стала. А вот о судьбе своей задумалась и осмелела. Эдик говорит, ты завещание накатал. Вот сволочь, а? Уже разболтал. Катюшке своей все написал, да? А вдруг и тебе что-то осталось? А не боишься, что все Эдику достанется? Он вон как за ней ухаживает. Нет, не боишься? А тебя раз хотели шлепнуть, в следующий раз точно не промахнуться. А Эдик меня из дома выгонит. У вас же с ним любовь. Ты в курсе? И терпишь? Неужели так любишь меня? Правда, что ли? Значит, похоронила меня уже. На, читай. Завещаю поделить все свое движимое и недвижимое имущество поровну между моей дочерью Лавровой Екатериной Владиславной, моим сыном. Каким сыном? Дальше читай. Моим сыном или дочерью одной законной жены Лавровой Виктории Анатольевны. Лавров, ты же знаешь, я не могу забеременеть. Ты не хочешь этого? 21 век на дворе. Все вопросы разрешимы. Мой материал давным-давно проверен и заморожен. Между прочим, диких денег стоило. Твоя врачиха сказала, у тебя все в норме. Ну ты же понимаешь, мне гормоны придется пить, я разнесусь вообще. А вот это мне по барабану. Хочешь денег, рожай. Ну давай я сама как-то... Без подсадки, без этой. Вы только от кого? С твоей-то натурой. Нет, моя хорошая, я рисковать не хочу и не буду. А ты прав. От тебя залететь только под наркозом можно. Вот если бы я сейчас твоим приятелем осталась. Тварюга! Задушу, тварь! Ковбой хренов! Ладно, спать давай. Завтра договорим. Я не буду я с тобой спать. Сейчас задушишь во сне. Давно бы уж придушил. Да не могу без тебя. Слушай, ты сказал отцу про этих, которые у него интервью брали? Типа телевизионщиков. Может, их можно как-то вычислить? По номерам машины. Они ж подъехали на чем-то к офису. Да, я сказал ребятам, чтобы они проверили все камеры наружного наблюдения. Алло. Да. Да, хорошо, я понял. Приезжайте. До встречи. Следователь. Послушай, мне кажется, он подозревает меня. Ну, не глупый, видимо, человек. Ты что, правда считаешь, что я мог такое? Ты знаешь, я дочь своего отца. А как он говорит? Доверять можно только самому себе, и то не всегда.
Нюра, отнеси, пожалуйста, нашему гостю завтрак в спальню. Да, и, пожалуйста, подготовь еще смокинг, Владислав Сергеевич. Я видела, там брючину можно аккуратно подпороть. Подожди пока, Нюр. Ты не пойдешь со мной на Олимп? Я еще не решил. Быстрее. Моя... Доброе утро. Привет. Доброе утро. Прекрасно выглядите, Вика. Спасибо. Садись, позавтракай. Катя, у тебя же сегодня монтажный день. Доброе утро. А почему Эдик с тобой? Не догадываешься? Объяснить? Всем здрасте. Завтракать будете? Нет, спасибо. Какое совпадение. Голубки уже поклевали. Владислав Сергеевич, чуть попозже следователь подъедет. У него пару важных вопросов. Да на черт он здесь сдался. Ладно, садитесь, кофе с нами выпейте. Как себя чувствуешь? Да нормально все. Как нога? Да ноет чуть-чуть. Правда, кое-кто меня здесь уже похоронил. Лавров, не начинай уже. Спасибо. Папа, а Этик сделал мне предложение. Нет. Только через мой труп. Владислав Сергеевич, я люблю вашу дочь. Ты на ее наследство рот не разевай. Да при чем тут наследство? Я готов сам... Не обсуждается! Еще раз увижу возле Катерины, вылетишь отсюда со свистом! А от меня ты знаешь только на погост. Так что думай и выбирай. Кстати, о наследстве. Владик, ты же завещание, по-моему, уже составил? Уже рассказала ему. Че, сдурел, что ли? Я его не видела еще с утра. Снюхались уже. Нет, 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 Владик, она ничего не говорила. Это Эдик тебя продал. Ты рассказал ему про завещание, а? Владислав Сергеевич, да кому вы верите? Он над нами издевается. Папа, отпусти его, что ты в самом деле? Да шучу я, Владик, ну шучу. Доброе утро. Извините, что помешал. Владислав Сергеевич, я... Приношу извинения за ранний визит. У меня очень важное дело. Я хотел поговорить с вами о давнем деле, по которому вы свидетелем проходили. Деле Фролова Александра Игнатьевича. Тут вдруг гляжу, он тут как тут гостит у вас. Не подскажете, в чем дело? Он мой университетский приятель. Легкомысленно такого человека в дом пускать? Вы не находите? А я смотрю, вы времени зря не теряли. Нет, 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 не терял. На бильярде играете? Чуть-чуть. Разбивайте. Удивительно, как это папа до сих пор вас не выгнал. Значит, не смог. Я вот никак не пойму, у вас-то какой интерес к папиному завещанию? Справедливость – мое хобби. Что? Хобби? Вы за это хобби отмотали такой срок? Вы кто? Политзаключенный? Диссидент? Да нет, Катюш. Конечно, я уголовник. Хочешь узнать? За что я первый срок получил. Так
Так вы говорите, Саша Фролов вам хорошо известен? А как же? Чем же, если не секрет? Среди зэков был большим артистом, числился. Благодаря своему саксофону большой авторитет на зоне приобрел. Попал под покровительство Васи Гудаутского. Знаете такого? Да, но он же сейчас не сидит. Он шоу-бизнес продюсирует. Да, большой авторитет. Меценат. У него все заслуженные артисты с руки кормятся. Он и вашему приятелю, кстати, помогает. Даже на машине своей возит. Так вот, значит, откуда лимузин с шофером. Что? Простите. А, нет, нет, ничего, играйте. Ага. Ну, Фролов в последнее время сам стал большим авторитетом в уголовном мире. Что при его статье большая редкость. Ну уж вы-то, Владислав Сергеевич, должны помнить, какая у него статья была и за что? Спасибо большое за интерес к моему прошлому, но я уверяю вас, вы не там ищете. Партия. Не смею вас больше задерживать, господин следователь. Выздоравливайте. Приятно было поиграть. Вы чего хотите? Чтобы мы тут все, я, папа, Вика, Эдик, возненавидели друг друга? Вы разрушить все здесь хотите? Разрушить? Может быть. Присматривайся пока. Скажи, Катюш, а тебе здесь что-нибудь жалко? Ну так, только по-честному. Могу учесть. Это мой отец, моя семья. И мой дом. По поводу дома, конечно, неизвестно еще. Виктория Анатольевна, ваш муж пока еще жив. Эдик, мне понравилось слово «пока». Вот пока я еще жив, и пока я твой начальник, пойди распорядись насчет праздничного ужина в честь моей супруги. Понял. Саша нам сегодня снова сыграет. Ой. Побежала. В салон еще тороплюсь. Ну, на удачу. Ну, все, пока, родственники. Ладно, пап, я тоже поеду. Катюш, никаких ночных монтажей, чтобы вечером как штык. Угу. Стараюсь. Поеду, посмотрю, что с синопсисом. Сашка, а зачем ты все это затеял? В тюрьму меня, что ли, посадить хочешь? Дурак, Сашка, меня в этой стране уже никто не посадит. И я, Сашка, даже если тебя убью, все равно не сяду. Так ты меня уже почти. Недолго мне осталось. Да ерунда. Лучшую клинику тебя определим, за рубеж. Мы тебя еще на молодое женим, а? А хочешь, я тебя в свое дело определю? А то как музыканта раскручу. Боишься, скажу ей. Не расскажешь. А почему так уверен? Ну, мне будет плохо. А ты о ней подумал? Да и не поверит она тебе. Твое слово против моего отцовского. А у меня, Сашок, тут все под контролем. Ну, может быть, может быть. Как думаешь, Владик, есть там что? Да нет там ничего. Пустота и смерть. Не знаю. Я Ксюшу видел. Во сне? Наяву. Я в карцере сидел. Отчаяние полнейшее. Кусок бритвы пронес за щекой. Ну и
уже вены хотел вскрыть. Вдруг вижу, она передо мной стоит. Не надо, говорит. Не надо. Хотела, видимо, чтобы вернулся я сюда. Посмотрел, как вы тут. Разобрался. Друзья, спасибо вам большое. Но мои самые главные, самые благодарные слова я хочу сказать моему мужу, Владиславу Лаврову. Без твоей заботы, без твоей поддержки, вообще без тебя ничего бы этого не было. Я люблю тебя, Владик. Спасибо тебе. Спасибо всем. Спасибо. Друзья, друзья, я хочу выпить за мою жену, за ее талант, за ее восхождение. Ура! Ура! Нюра, какой поросенок, какая красота! Так, ну давай, рассказывай, рассказывай. Кто поздравлял, что говорил? Как будто тебе интересно. Ну а что? Только Вася Гудовузский интересуется искусством. Мы тоже не чужды, а? Сашок, правда? Еще как не чужды. Как там у тебя? К жизни для себя, для простого человеческого стремления к удовольствию. Я клянусь, это не я. Это было только в исходниках. В каком исходнике? Ты о чем? Эти слова я сказал вчера в камеру, перед тем, как в меня стреляли. Эдик написал. Так ты что, Сашок, за мной следишь? А как же? Я готовился к встрече. Значит, эти люди с интервью — это твои люди? Владислав Сергеевич, мне вызывать охрану? Я еще забыл сказать, Владик. Я вообще теперь все знаю про твою жизнь. Все. О чем вы шепчетесь с Викой? Как ты общаешься со своими партнерами? Короче, весь твой аквапарк. Ты вообще соображаешь, куда ты лезешь? Ты зачем сюда пришел? Повидаться хотел, повидаться. Напомнить тебе кое о чем. О совести, например. Тебя мания величия. Ну что ты. Англичане называют это скелет в шкафу. Ну, тем более, что я, в общем, как-то похож. Кончай фиглярничать, клоун. Я не клоун, ты забыл. Я убийца. Не страшно сидеть с убийцей? За одним столом. Ведь первый раз меня посадили за убийство. Замолчи, прекращай свой цирк! Перестань, Владик, перестань! Она меня спрашивала, я должен. Катенька, Катенька, я... Я сел за то, что убил твою мать. Это неправда. Это неправда. Моя мама болела, она умерла от рака. Слышите вы? Пап, скажи ему. Пап. Пап, что ты молчишь? Скажи ему. Папа, ну прогони уже его отсюда!
отсюда! Это неправда, слышите? Это правда! Нет, это неправда! Она умирала от рака, но мучительно! Я не мог смотреть на ее страдания, я слишком любил ее! Я играл ей все последние дни. Владик пускал меня к ней, потому что она просила. Ей было очень больно. Она хотела отравиться, но не могла. И тогда мы с Владиком решили избавить ее от этой боли. И взять этот грех на себя. Это ты так решил? Забыл, Владик. Это мы решили. Одному мне не пришло бы это в голову. Достать яд и дать ей как лекарство. Она просто заснула. А я играл. А потом Владик хладнокровно расправился со мной. Потребовал вскрытия трупа. Я объявил, что это я отравил ее. А разве я соврал? Нет. Ты сказал правду. Правда, не уточнил, что ты стоял рядом со мной. А я признался во всем, мне тогда уже было все равно. Катя, он избавился от нее. Не могу, у меня голова сейчас лопнет. Ну что ты, Нюр? На суде тебя спросили, ты ответила. Ты же не могла рассказать всей правды. Он очень любил маму. Я вас видела на фотографии. Мы там втроем. Второй курс. Картошка. Она вышла замуж за него. Ну и все пошло в кривь и в кось. Да просто все изменилось! Она... Они ничего не хотели замечать. Мне каково было, когда они... Только я перед вами душу распахивать не собираюсь. Что там распахивать? У тебя на этом месте только проценты от прибыли. А ты в моралисты не лезь. Не тебе меня судить, Урка. Пап, почему ты мне не сказал? Ну, Катя, ты еще главного не знаешь. Убью! Сука! Увели его отсюда! Чтоб я его не видел, я за себя не ручаюсь! Уйди ты! Владислав Сергеевич, там скорую у ворот. Пускать? Кто вызвал скорую? Я не знаю. Кто вызвал скорую? Ты? Дружки твои? Отвечай! А, я понял. Это он! Это они в меня стреляли! Он хотел меня убить! Об этом речи не было. Охрану сюда! Живо всю! Если бы я хотел тебя убить, то я бы уже давно тебя убил бы. Катя, Вика, живо отсюда. А я, пожалуй, останусь. Катюша, тебе советую. Хоть посмотришь, каково тут живется. Ну и где твои опричники? А? Хорошо, что хоть завещание оставил, а то ведь не спасут. Убью. Да. Скорую пропусти, падла, пока я тебе кишки на морду не намотал. Не надо мне угрожать. Я сказал, скорую пропусти, гнида. Его бандиты слышат каждое наше слово. Что-то глаза вылупил.
Хоть стены ломайте, но через час. Все жучки мне на стол. Владислав Сергеевич, мы тут неделю тому назад плановую проверку проводили. Мы проверили каждый сантиметр. Эдик, ты меня выведешь. Да, Эдик. А где же ваша деликатность? Хозяин вон с ума сходит. Никакого сочувствия. Веселишься? Ну ничего, недолго осталось. Я понял. Жучок на нем. Малыш, ну-ка пошарь. А, пожалуйста, пожалуйста. Можете вывести меня отсюда. И поговорить о чем-нибудь. А вам перезвонят и скажут, о чем вы говорили. Муха, если ты меня понял, перезвони. О! Муха понял. Владислав Сергеевич, у меня есть одно предположение насчет жучка. Он на вас. Ты что, сбрендил? Где? Под гипсом. На ангете. О, Эдик! Голова! Что ты сидишь? Что ты сидишь? Нужно немедленно избавиться от этого проклятого жучка. Так, вызывай специалиста, снимаем гипс. Эдик, подожди. Что? Зачем? Дышать нечем. Алло, скорая еще не уехала? Пропустите ее, пожалуйста. Нет, он не против. Скажи, что ты не против. Не могу вздохнуть. Папа. Пропустить скорую. Что врач сказал? Ничего нового для меня. Помираю. Ой, шуточки у вас. Жалеешь меня? Конечно. Полжизни коту под хвост. А у тебя как? Нормально все. Любила когда-нибудь? По-настоящему? Она есть любовь-то. Хотя, да, вы вон в тюрьме из-за женщины сидели. Любили сильно. Счастливый. А только что жалела меня. У меня просто не было никогда такого. Разное всякое было там. Секс вроде повинности. С моим-то вообще... Мука. Ну так уйди от него. Куда? К кому? Вот за вас бы пошла замуж. Да вы приболели не вовремя. Да уж. А больше не из-за кого. Ну ладно. Известная певица. Лавров сразу мне лавочку прикроет. Выход всегда есть. Поверь мне. На. Дарю. Ой. Вы на нем еще, го-го. Уже нет. Там в футляре ноты. Мое творческое наследие. Ну, несколько мелодий. Пользуйтесь. Зря стараешься. Она не решится. Что бы ни говорила, никуда от меня не денется. И никто здесь без моего разрешения даже не дернется. Мой мир, Саш, теперь прочен. И тебе его не раскачать. Деньгами цементируешь. Вот именно. На ошибках учимся. Правда, дорогая? На церемонии ты хорошо говорила. С душой. Наша девочка, Саш, боится все это потерять. Песенки свои, телохранителей, массажисток. Да, дорогая? Иди в постельку. Ты мне обещала что-нибудь интересное придумать. Будем расценивать это как элемент любовной игры? Иди, дорогая, иди. Нашел жучок. Нашел. И нога не сломана. А тебе, Сашок, пора.
Ты же не хочешь обратно туда, откуда пришел. А за покушение на Лаврова много дадут. И никакие меценаты не помогут. Понял, Сашок? Нет, как грех. Нюрочка, пожалуйста, кофеечку сделай мне и все, в путь. А вы тут женитесь, любитесь, ругайтесь, деритесь. Эдик, забери у нее чемоданы. Она без своего шмотя час не протянет. Давай, Эдик, покажи себя во всей красе. Давай, давай. Хорошего ты, Катюш, себе женишка, конечно, выбрал. Но 100 раз подумай, прежде чем замуж за него выйти. Удав. Проглотит и не поддавится. Виктория Анатольевна. Спасибо, Нюрочка. Ну вот и все. Саша, пойду прощусь. Не пойдешь к нему больше? Нехорошо. С гостями прощаться надо. Ну-ка, стой! Стой, я сказал! Вернись! Твою мать! Вика! Вернись, я сказал! Саксофон отдай Вике, я ей его подарил. Дай сюда. Это не тебе. Дай сюда, я это сказал. Это не тебе, а твоей дочери. Что тут у вас? Тебе, Кать. Отец пишет, что он нас с тобой благословляет. Отец. Как же я сразу-то не догадалась. Ты что, ему поверила? Да нет, пап, я еще вчера все поняла. Владислав Сергеевич! Владислав Сергеевич! Черт! Кто дошел? Владислав Сергеевич! В чем дело? Я же звонил вам, пытался предупредить вот. Чему обязан? Здрасте. Хочу обрадовать. Я все-таки установил заказчика покушения на вас. Гость ваш, Фролов Александр Игнатьевич, по-прежнему находится здесь. Будем задерживать. Не получится. Не взять вам его. Да вы не волнуйтесь, я ж не один. Со мной вон группа захвата. Да хоть рота ОМОНа. Ушел он на этот раз. Вот здесь и здесь. Да? Да. Серьезное владельство. С доказательной базой не хотите ознакомиться? Нет, спасибо, я не любопытен. Да, а когда я про Фролов вам рассказал, вы даже не удивились. Такой человек, ничего не удивляюсь. Ну да. Не, кроме него, в покушении никто не участвовал. Да, что вы. Никакого покушения не было. Он просто пошутил так неудачно. Я сегодня же попрошу ваше начальство закрыть дело. Так, где тут еще расписаться? Да, все, уже все, везде расписались.
Расписать. Ну что ж. Ну, приятно было с вами познакомиться. Ногу уберегите. А, спасибо вам. Ой, кепку забыл. Эдик, почему ты еще здесь? Ты уже полчаса как должен был быть в офисе. Владислав Сергеевич, спасибо вам большое за все. Но больше я на вас не работаю. Пап, мы уходим вместе. Катя, если ты уйдешь с ним, я не оставлю тебе ни копейки. Вы будете нищие. Катя, если ты уйдешь, ты мне больше не дочь. Я тебе и так не дочь. Да я спас тебя от этого артиста. Если бы не я, ты бы... Чему бы он смог тебя научить, а? Что дать? Да он бы спился. Спился, если бы не сел. Да, я посадил его, я! Но я не мог тебя потерять, Кать. Я слишком сильно любил тебя. Пап. Пожалуйста, не надо. Ну, не надо меня больше спасать. Я уже выросла, я не маленькая. Я хочу жить своей жизнью. Понимаешь? Своей жизнью. Кать, не уходи. Я тебе позвоню. К ужину жду! Ты слышишь музыку? О, саксофон. То, что Сашка играл. Эй! Ну-ка, тихо там! Тихо, я сказал! А где все? Вика! Катя! Где моя семья, а? Катя. Катя, она позвонит? Нюра, он что, победил меня? Нюр, ты... Ты только не уходи от меня. Нюр, не уходи от меня. А я тебе зарплату прибавлю. Добрый вечер. У меня в руках саксофон музыканта Александра Фролова. Так получилось, что он подарил мне его и еще тетрадку с нотами. Надеюсь, вам понравится его музыка.